Едем на 8-й, сейчас посмотрим, что нас там ждет. О, боулинг, круто! Горящая лопата, иди ко мне, сейчас мы тобой выбьем страйк. Ну да. Как кегль-то радуется, а? Ничего-ничего, я к вам еще вернусь. Эники-беники, ели вареники, и едем мы с тобой на 7-й. Бобры-бобры-бобры, чтоб меня! Это же живой автомат жвачек. Нафига ты на свою кастрюлю напялил подводные очки, тупица? Слушай, угости жвачкой, а? На халяву. Ну, по-братски. Хоть мы с тобой нифига и не похожи. О, пчела, смотри, какая здоровая пчела там. Я ей пальцем по жопендре тыкаю, ничего не происходит. Какая невозмутимая пчела. Ладно, поехали, короче, с этого дурдома. Пакет, товарищи, психоделики. Бурундук, бурундук, бурундук. Воу! Кажется, я, наверное, ошибся этажом. Это комната не моего размерчика. Тут, наверное, XXXXX бесконечность L жирух проживает. Надо ж было так отожраться-то, а? Ой, господи, на пол отеля кто-то расселился. Мажоры фиговые. Или моржи. Ну, короче, жирухи, один фиг. Валим от седова. Едем на 10-й. Суслики, суслики. Мать честная, ковбой, чтоб меня! Тарантино в кино снял. Чё, моя шутка дошла, да? Дикий Запад. Здесь я по-любому должен с тобой стреляться, да? И кто-то из нас двоих с тобой выживет. Чё ты ржёшь? Сейчас как лопатой пульну. Прям в грудину, лови! Слышь, это как бы не по правилам. О боже, у тебя там чё в башке болты одни? Фейспалм, просто капец. Ну ты идиотина. В палку стрелять, о боже. Смотри, как могу. Чика-чика, дам. Эй, у вас, а, руки убрал, а ну-ка. Ты бей, короче, хана. Ты думаешь, я не вооружен? А фиг тебе, видал? Ствол, теперь два ствола. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Опс. Руки прочь от моих стволов. Все, короче, я валю. Давай, пакета, вызов брошен. Вот тебе моя сопелька. Сейчас на стеночке обмажу где-нибудь. Смейся, смейся, зато у тебя стенки в сопле. Хотя, ты же не знаешь, что это такое, ты же робот. Все, короче, поехали отсюда. Чирик, чирик, воробушек попрыгал далеко. Опа! Короче, я допедрил, что нужно сделать. Лови палку горящую. А, засал, да? Ты, конечно, не в ту сторону подошел. Кстати, ты спалился, ты умеешь ходить и прыгать. Маленький горшок овна. Лень ему дайте до воды. Да я сейчас тут нафиг все сожгу, вот так вот. О, упейся, мелкий. Я тебе воды принес. Бабосики? Чувак, мы с тобой, короче, дружим. Бабло. А все, короче, погнал тусить. Без тебя, потому что ты не умеешь ходить. Все, я поехал. Тара-та-та-та-та-там, приветище, бекон. Я тебе здесь зелени принес. На, зажуй-ка. Эй, дурень, ты реально их сожрал. О, ты сморканул монету здоровую. Офигеть. Как мне взять-то? Какая она здоровая. Ладно, сейчас надо уместить это куда-нибудь. Ну ты кабан. Сморканулся, так сморканулся. Поменьше никак нельзя было. Ай. Во. Чувак, да ты сейчас офигеешь, что у меня есть. Не? Не хочешь? Чё, не влезет, что ли, в твою копилочку-то маленькую? Ну да, у тебя слишком-то муска. Тебя порвет от этой монеты. А? Да чё ты очкуешь, Славик? Давай попробуем все-таки, а? Один раз не карабас, ничего с тобой не случится. Давай. Хочешь, мылом еще ее смажу? Чё ты прыгаешь? Это значит согласен? Нет? А, да тебя фиг поймешь. Сейчас. Оп, сейчас я ее впихну в любом случае. Держи. Ну да, не влезло. Или я промазал. А ну-ка. Не, это походу бесполезняк. Я сейчас ему там в этой его банке все шарики отобью. Лучше надо что-нибудь другое придумать. Хм. Чё ж мне делать-то с этим, блин? Поеду-ка я. Чем больше шар, тем больше выбить шансов страйк. Опа. Не понял. Это жульничество, так нельзя. У меня там страйк намечался. Я ваши кегли считал, вообще Вася. Все, в боулинг больше не ногой, капец. Капец, капецкий. Короче, я вообще не знаю, что делать с этой огроменной монетой. Придется ее закопать на черный день на кладбище.
Вот-то... А, нет, не прокатит. Чтоб её. Ладно, значит, едем знаешь куда? Едем... Здорово, жирухи! Вы монету тут случайно не теряли? Вроде как ваших размеров. Я как бы её здесь оставлю, окей? Шакалака-бум-бум-бр-бум-бум-бум. Так, о! Моя теория меня не подвела. Значит, 11 этаж и L — это одна и та же комната. Только одна в увеличенном размере, а другая в нормальном. Короче, кто не понял, объясняю простым языком. Шайтан машина майта. Эй, кастрюля, я принёс тебе уменьшенную копию монетки, держи. Как он от радости глаза пучит. Давай, переваривай там. О, ты её выплюнул. Так, вот есть. О, какая она прик... Чего? О май гад, это реально психодел. Я сразу сказал, что эта кастрюля тупица. Сейчас мы с тобой симся лобим рахат лукум сделаем и увеличим до больших размеров наш шарик. Всё, едем на L-этаж. Не понял. Я... Эй, нафига вы его ещё меньше сделали? Как для муравья, это пипец, что это такое? Так, едем обратно, я сейчас буду жаловаться. О, ну спасибо, хоть на этом вернули обратный размер. Значит, надо сейчас сделать по-другому. Оставляю этот шарик вот здесь. Новая волна. О! Да! Да, я так и знал, что это сработает. Шарик стал еще больше, это как раз то, что нам нужно, чтобы сыграть в боулинг. Здорово, орлы! Сейчас полетят шары. Крепитесь, свои деревянные попцы, вам настанет час хана. Понятно вам? И раз, два, три, раз, два, три. Сейчас я как страйкану. А, погодь, надо, может, развернуться, так будет поудобнее. Не, не так. Во, задком! Ловите шарямбу! И... Юху! Страйкосик, попосик! Ха-ха-ха! Они не ожидали, а я замутил! Воу! Сколько всего кирпич вывалился и какая-то чудо-пушка! Ничего себе! Пушка фигня, вот кирпич всегда в колхозе пригодится! Догони меня, кирпич! Ну чё, работнички, я тут немного пошалю, ага. Сейчас в окошечко как... Опс. Ой, мама, что ж я натворил-то? Капец. Мне так жаль. О май гад. Ох, боже мой, что же теперь делать, как жить? Как же теперь без этого звука вечного ремонта и долбежа? А, кастрюля? Отбойник? Да вы чё, сдурели что ли совсем? Я думал, вы вдвоём откинулись. Кастрюля, ты чё там выплюнул? Ещё один шарик. Напоследок, так сказать, да? Ну, thank you тебе. О, очки надо ещё забрать у тебя. Ништяк, я теперь как настоящий водолаз. Нафига только я их тоже надел, непонятно ещё. Блин, хотел кастрюлю ещё с собой забрать, но походу бесполезняк. Ладно, что ж, кастрюля, прощай. Надеюсь, мы больше с тобой не увидимся. Так, а куда ехать-то? Так, проводим с тобой эксперименто. Оставляем здесь пушку и едем на 11 этаж. Ох, ёшки-матрёшки! Очуметь! А как мне теперь этот ствол достать? Блин, он же не влазит в лифт элементарно! Я бы его, конечно, хотел взять. Но не могу. Ну вот, придётся уменьшать его обратно, каким он был. Брум-бум-бум-брум-бум-бум. Слышь, горшок, ты не офигел? Ведро воды тебе притарабанить. Я же тебе притарабаню. Ну чё, освежает? А, я так и думал. Здорово, бекон, как жизнь твоя молодая, свинотная. Хочешь шарик, а? Опачки. Верни шар. Фу. Я, конечно, хотел, чтобы ты, ещё и убежал. Вот свинота, а. Напакостил и смылся. Чё мне теперь с этими мозгами прокисшими делать? Так, давай-ка, товарищи, попробуем накрыть. Скроем улики, так сказать. Не прокатывай, да? Чё-то как-то слишком палевно только стало. Хана сейчас будет ковбою. А ну иди сюда! Ну и куда ты теперь денешься, в кого ты будешь стрелять, а? Давай-ка у него жетончик свистнем. Блин, достать не могу. Сейчас, погодь. С правой руки поудобнее будет сейчас. Опачки. Ну все, рейнджер. Пушку-то верни. О, это же кнопка отсюда вроде бы. Нифига себе.
Адиус, мэн. Спасибо за кнопку. Ага, сейчас я тебе ее не верну. Я тебе пушку подарил. Все, давай. Сейчас я приклею кнопочку. Шикарно. Сразу едем туда. Чё, аквариум? О-о-о, сейчас поплаваем с тобой. О, задравить шлюз, у нас потоп. А, точно, я ж в маске. Значит, жить буду. Ладно, пойдем на разведочку, что он... Ух, какие огромные сундуки с сокровищами. Пираньи кого-то тут дербанит. Ха, ну что могу сказать, атмосферно тут у вас, рыбёхи. Может, вам жвачку тут подкинуть, а? Эх, прикорм не удался. Значит, сегодня будем без рыбы на ужин. У нас же с тобой полный лифт воды. Поехали-ка цветочек польем. Точнее, поплыли. Здорово, горшок. Ну как, хватит воды? Вау! Я бы сказал, днище прорвало, но тут, походу, дело крыш прорвало. Поехали глянем, что на следующем этаже. Да тут, походу, спокуха. А нет, я ошибся. Походу, надо ехать еще выше. Не, сколько же этажей он пробьет? О май гад, еще выше. Вот этот горшок бомбанул. Едем на шестой. Так, а что у нас здесь? Ну, наконец-то! Уж куда расти-то больше можно было? Опачки, ты так глянь, кто это к нам прилетел. У нас же есть с тобой огроменная жвачка. Огонь, она прямо на нее села. Так, давай, улетай. Улетай от этого. Ну же! Есть! Вали, давай, проваливай отсюда, это мой ботинок. Так, все, пойду одену своего космонавта. Смотри, что я тебе притащил, еще один башмак, лови! Блин, корявые мои руки, во! Ништяк, осталось только шлем как-то достать. Да, как же мне тебя достать-то, а? Может, мы водицы сюда наберем, а? Тогда лава остынет. И мы сможем, наверное, спокойно шлем достать. Сейчас проверим. Так, едем вот сюда. Надеюсь, все прокатит. И мы остудим эту лаву. И... Прикинь, сработало! Чудеса! Так, а достать я его все равно не могу. Эй, ковбой! Мне нужна твоя клешня. Блин, как это драть-то от тебя, а? Да ладно, так просто, что ли? Короче, сейчас нужно где-нибудь мяса раздобыть для пираний. Я знаю где. Вот. В нашем морозильнике куча свинины висит. Отлично. Забираем мясо, точнее наши ребрышки, и едем в аквариум. Поскольку ловим на живца, нужно упустить свой шанс и захлопнуться в лифте вместе с этой пиранью. Пиранька. Куч-куч, или как там? Буль-буль-буль, иди ко мне. Сейчас выдвину свою механическую руку. Мисто, смотри, мисс. Опа, 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 все, валим, валим, есть. Словилось. Отличный улов. Так, рыбка, вот она. Давай, вываливайся. Ништяк. Рыба умная, тащит мне шлем, да? Красотка. Ты моя-то золотая рыбеха. Все, давай, проваливай, ты мне больше не нужна. Шлем мой золотой. Рыбех, пока, спасибо еще раз. Эй, статуя, готовься! Сейчас я буду посвящать тебя в космонавты, и ты полетишь в космос, между прочим. Как бы ты должен, да? Кстати, смотри, как я умею. Фига себе, сам не знал. Так, в общем, держи свой шлем и будь счастлив, как говорится. Летай в космос. Это типа эпичная музыка прозвучала сейчас из моих уст. Так, что тут происходит? Что? Какого? Вы что хотите сказать, что это Сережа, это я что ли был? Я за манекен играю, о боже. Нет, я не манекен, я не хочу в космос. Я не Сережа кривая рожа, о боже мой. И одна кнопка волшебная. Типа где? Или что? Но один фиг я нажал. Сейчас что-то произойдет, капец будет, ад. Кручу, верчу, что там учу. О, нифига себе, да здесь еще один манекен сидит. Здорово, браза. Очуметь, я космонавт. Я даже в детстве о таком не мечтал. Воу. А че это вы мне обшивку сняли? Нифига себе. Просто смотри, это не ракета, это какая-то дырявая рухлядь. Как я на ней взлетать вообще буду? Меня ж высосет с нее.
О, шахта такая нормально глубокая. Ну что, товарищ манекен, может начнем запуск? Я, в принципе, готов, я же в шлеме, да в костюме. Так, надо проверить, куда лететь. Вот так. Ага, небо чистое, черное, как в пекле. Можно взлетать. Эх, пока земляные манекены. Все, стартуем. Оу, как будто бомбу активировал. Мамочки, мы летим. Оу. А можно я с окошечка посмотрю, как мы летим? Ух, как рожу задувает, даже в шлеме. 80-90 этаж. Погоди, вы хотите сказать, что я сейчас летел в этом, в лифте, что ли? А чё, Митя, я в космосе. Эй, ковбой, не знал, что ты тут тоже. Луна, метеориты, НЛОшки, здорово. Я всех рад видеть. Скажи, бекон летящий. Господи, это извращенная фантазия какая-то. Офигеть. А он, кстати, земля, смотри. Чудеса. А что-нибудь еще будет мимо пролетать, а? Вот, все, отправили меня в космос, а обратно как возвращаться вообще? До Земли-то далеко. А, пофиг. Наверное, на Луну сяду. Или он к НЛОшкам. Может, автостопом довезут до Земли.